От прошлого к будущему – так называется краеведческая конференция, которая пройдет в ближайший четверг, 11 октября, в Музее Победы. В ней примут участие историки, художники, музыканты и фотографы. Свои работы гостям и участникам семинара покажут воспитанники школ искусств и детских художественных школ города и Ангарского района. Мы хотим узнать, что же все-таки такое наш город, наше Ангарское муниципальное образование, и передавать те исторические данные новому поколению. И, конечно, мы хотели бы знать, как будет развиваться наш город, в каких направлениях. И основные моменты, конечно, это краеведение, это литература, это музыка. Организаторы конференции подчеркивают, что Музей Победы в этот день открыт для всех. Посетить секции и разделы семинара можно абсолютно бесплатно.